сомкнуть ряды. Именем императора ни шагу назад. Мы их не удержим. Спасайтесь, кто может. Трусы! Или сражайтесь, или умрите. Я капитан Габриэль Ангелс, командир третьего отряда кровавых воронов. Докладывайте. Капитан, простите меня. Мы сделали все, чтобы остановить орков, но потерпели поражение. Жизнь моих людей теперь в ваших руках. Вы не дрогнули перед лицом врагов императора и тем самым выполнили свой долг. И если ваши люди подвели вас, будьте сами судьей своим людям. Благодарю вас, капитан. Оставьте церемонии. Я здесь не за этим. Следует защитить космопорт, если мы хотим организовать доставку войск и припасов на планету. Именно поэтому я здесь. Теперь, как обстоят дела с эвакуацией раненых и мирного населения? Положение неутешительное. У нас всего несколько кораблей. Тогда у вас будет достаточно кораблей. Всем пилотам кровавых воронов, выполняйте процедуру 23 и обеспечьте эвакуацию гражданского населения. А мы пока высадим войска для наземной операции. Да, мой командир. Наземной операции, капитан? Но ведь орки отступили. Чтобы победить врага, его нужно знать, полковник. Орки отступают исключительно для перегруппировки. Они продолжат атаковать до последнего. Либо вы, либо они должны быть уничтожены. Третьего не дано. Братья! Уничтожим эту инопланетную мерзость! Сегодня прекрасный день для битвы. Но пока не завершено развертывание оплота веры, нашего боевого штаба, нам следует проявлять осторожность. Выдвигаемся! Будьте осторожны, братья! Враг близко! Великолепно! Оплот веры завершен. Пора позаботиться о развертывании передовой базы поддержки. Да, лорд. Прежде всего необходимо развернуть кельи и казармы. Это позволит нам вызвать с орбиты несколько дополнительных взводов космодесанта. Схема строительства 721 запущена. Да, мой командир. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Захватить и укрепиться! Да, мой командир! Выдвигаемся! Будьте осторожны, братья! Враг близко! Превосходно! Кельи и казармы успешно развернуты. Теперь следует вызвать несколько дополнительных взводов космодесанта. Пришло время для захвата стратегических позиций. Три ближайших стратегических позиции вполне подойдут. Для начала захватим их, а потом займемся остальными.
Для того, чтобы победить орков, необходимо оружие помощней. Мы должны развернуть оружейную для доступа к тяжелому вооружению. Взвод прибыл в ваше расположение. За императора! Да, мой командир. Выдвигаемся! Подождем! Выдвигаемся! Да, мой командир. Выдвигаемся! Взвод прибыл в ваше расположение. Выдвигаемся! Будьте осторожны, братья! Враг близко! Выдвигаемся! В атаку! В атаку! В атаку! В атаку! Выдвигаемся! 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 Космодесант, в атаку! В атаку! Выдвигаемся! В атаку! Зовут императора!